Ты придурок. На-ка тебе пару тысяч вольт в табло. Эти вертлявые, похоже, чисто чтобы испугать сделаны, потому что бойцы из них, судя по всему, никакие. Но когда они двигаются, что-то внутри меня каждый раз ломается. Так, что-то, блин, какой-то коридор, лабиринт какой-то. Еще поверху могут бегать. Ну да что ж делать, вперед-то идти надо. Так, забьемся в угол. На тебе током. Ага. Ага. Ох ты, как вы ползете-то, а? Три патрона. Так, ты тут что делаешь? Ты где тут? Он что, уполз куда-то, что ли? А, вон он по лестнице же ушел. Я уж думал, поглумлюсь сейчас над ним. Блин, со всех сторон могут напасть. Давайте-ка в угол. Тут нужна лопата. Там у нас аптечки. Так, это мы возвращаемся назад. Фу, блин, стрёмное место какое. Вот лопату я вижу. Давайте, может, мы сейчас зайдем сюда и спровоцируем кого-нибудь на атаку, пока у нас ружье есть. Но, видимо, нет. Ну, пойдемте вскрывать лопаты и все. Вон бежит скотина. Ты вернись сюда. Куда что упетлял-то? Слева или справа нападет? Пойдемте направо. Давайте в лобешник. На нахер. Скотина, будешь меня пугать. Так, ну аптечки мне не нужны. Я просто на всякий пожарный сюда зашел. Проверить что да как. Если вдруг какие-то загонки будут тут спрятаться. Так, теперь мне сюда. Справа никто не убежит. Давайте. Ползем, ползем, ползем. Опять же развилки. Не люблю развилки. Так, что у нас тут? Какая-то бутылка. Давайте-ка посмотрим. Я думаю, нам туда надо было по этим идти поверху. Ага, кто-то выломал, и мы вернулись назад. Понятно. Это то место, откуда мы пришли. Будем знать. Туда я пришел, идем сюда аккуратно. Будем надеяться, падать я не буду, потому что что-то мне... Вон туда иди, туда тебе дорога. Не вызывают у меня доверия, честно говоря, эти листы картона. Поэтому ползем осторожненько. Это кто? Какой-то бомж что-то там делает.
Я как спрыгнуть? Блин, ну вот просрал момент. Надо было спрыгнуть, пока он контуженный, и дать ему лопатой поперек табла. А вот сейчас он за углом мне как лупит. Бетонная арматура. Нет, я, пожалуй, с лопатой похожу. Это я чувствую бетонную арматуру, пока замахнешься. Тихо. Тут у нас что, под напряжением, что ли? Пути. Контрольная точка. Это хорошо. Капец, какой негр в жопе. Тишина. Так, мне похоже, он туда, поэтому пандусу подняться надо. Да, сюда приехал поезд, значит, где-то тут наш дружок. Давайте сначала проверим тут. Тут у нас тупик какой-то вообще. Нефункциональный такой карман. Зачем такой проектировщики сделали? Найди улики в вагоне метро. Судя по всему, станция заброшена, никого нет. Так, да, это отпечатки на огнетушителе. Перешлем их нашей негритяночке горячей. А что, дверь закрылась? Он перепуган? Это хорошо. Бойся меня, скотина. Так, ну раз он потеет, то, наверное, где-нибудь на поручнях. Потные ладошки его. Или жопа вспотела. Что у вас там в Америке-то принято делать, когда вам страшно? Ничего не вижу. Так, ну давайте по порядку. Тут у нас ничего. Ничего. Не понимаю. Так, тут по этой стороне. Да нет, ни хрена вроде. Может, не наружу выбираться каким-нибудь макаром. Замуровали демоны. Ярким фиолетовым. Ну где? Я кроме этого ничего не вижу. А, все, понял. Надо было просканировать эти отпечатки. Не поняла, а приняла. Надо было перевести. Кто-то там бегает на станции. Не нашли это, дружок. Да, вот он, скотина. Смотри, опять заперся. Опять не обходить за 3-9 земель. Я тебя все равно найду. Меня. Ух ты, ёп! Ёк-макарёк. Ну, какие-то бабы. Бля, что делать-то? И бадян их сносит. О! На тебе. Ты, женщина с лопатой. Давай-ка я тебе
Давай, на колени. Пошел нахер отсюда. Так, где толстый? Он, скорее всего, идет ко мне. Так, сохранимся. Что-то мне стрёмно это. Ну где ты? Уж тебе-то прятаться. Это от тебя все прятаться должны. А вот у нас контрольная точка. Это тоже хорошо. Ну давай. Устроим гладиаторские бои. Ух ты какой, блин, а пожарник. Током хочешь? Что, тебя кувалды, что ли? Мать, еще. Давай-ка тебе лоб прошибу. От такого самому убиться можно, по-моему. Так, ну давайте с кувалдой походим. Намотаем на нее чинить мозги. Он был совсем несложный, неповоротливый. Хотя, будь у меня короткоствол, все сложилось бы вообще иначе. Ща мы расхерачим этот замок. Вот так. Тут у нас что? Смарик переоделся, что ли? Да-да-да. Ну давай, открывай. А, ее закрыть только можно. Сральники. Как-то они странно стоят. Без дверей, без всяких. Тут у нас вентиляцию засосала карту. На ней маркером начерчен маршрут, по какому, видимо, собирается двигаться этот поганец. This is his rat hole, all right. It has to be. I found his overalls next to his locker. Да-да-да. Выбейте вентилятор и проберитесь через отверстие. А, вот ты где. С двух сторон прилететь. Может, он убежал туда? Давайте-ка мы сначала сюда пойдем. А здесь у нас, похоже, соединяются помещения. Ага, вот и лестница. Если что, сюда можно отступить. Там нам нужен топор. Здесь у нас аптечки. Так, все понятно. Ой, бляха-муха, вот такие вот канализационные всякие помещения не люблю. Подвальные, полуподвальные. Тут топор был. Кто-то его взял. Надо у этого кого-то топор отобрать. А вот он. А он перекрыл путь. Он перекрыл нам путь. Так, там винтель. Ладно, пойдем назад. Откроем ту дверь. Это само собой напрашивается решение. Кто звонит? I've also determined DNA from the sweat sample in the
tray matches DNA from the cigarette butt. 99.8% probability. The guy you're following is the guy who killed the two policemen. The matchmaker. At least, I think so. Something's still not adding up. Да это и так очевидно, что это он их убил. Я его узнал с кота. Сейчас со спины как залепят мне. Сдохни. Телочка. Ненавижу наркотов. Бегает она, конечно. Давайте прикроем дверь. Блин, дверь я выломал. Как ее прикроют? Так, а что у нас здесь? Нам, видимо, туда. Сейчас эта шкура прибежит, блин. Я чувствую. Ух ты, блядь! Сука! Резвая какая. Фу. Блин, надо прекращать в наушниках играть. Я начал уже пугаться, когда услышал я, блин, уже движущихся теней боюсь. Когда кряхтение от замаха услышал, уже обледенел весь в душе. Выбьем ногой. Так, ну и давайте еще раз посмотрим. Нам по-любому сюда надо ползти. Но сначала давайте-ка... да нет, тут нет ничего больше. Идем вниз. Аккуратненько. Что-то я в какую-то совсем уже жопу клоаку забрался. Вот у нас вентиль. И сейчас нам, видимо, назад надо будет идти. Там что, кто-то шубуршит, что ли? Steam Valve. Да, сверху кто-то убежал. Блин, что-то мне страшновато туда подниматься уже. Тихо, тихо, тихо. Так, со спины никого вроде. Ух ты, бляха. Это где? Куда ты подевался? Ты Бэтмен, что ли? Куда ты делся-то? Фу. А что-то я этого проход ты не видел. Сколько у тебя патронов? 6 это нормально. А, видел, я просто не с той стороны ходил. Обрез. 2 патрона. Блин, а стоит ли с ним ходить вообще? Давайте лучше это возьмем. Тут главное меткость. Хотя, конечно, без прицела на экране. Его, конечно, можно в опциях включить, но зачем? Без прицела на экране гораздо тяжелее целиться. Так, ну и где ты, братень? Давай, покажись. Видимо, он убежал туда, в бойлерную куда-то. Все, пара нет. Контрольная точка. Кто где есть? Anybody?
опять затишье. Нам еще ниже, похоже. След подозреваемого исчез. Обыщите нижние тоннели на предмет упущенных улик. Не хочу еще ниже, не хочу. Так, нам, видимо, снизу придется обойти, чтобы сюда попасть. Я так понимаю. Внизу нас наверняка ничего хорошего не ждет. Так. Давайте-ка сходим назад сюда. Тут тупик. Это радует. Или не тупик. Ну, по крайней мере, закрыто. Не прилетит оттуда ничего. Стоять бояться. Готов. Какой-то крепкий попался. 4 патрона же. Да, 4. Еще на пару трупов хватит. А то и на 3-4. Как повезет. Ну и рожа у тебя Шарапов. Что хорошо с освещением, то что оно реалистичное. Выключаешь фонарик и все, ни хрена не видно. Ну зачем, скажем, в Fury 3 делают фонарик, если там и без него никакой темноты нет. Так, здесь нам, видимо, что-то надо найти. Но сначала мы осмотримся. А, здесь опять птичка. Да-да-да. Сдались вы мне. Я, конечно, знаю, что если вас собирать, еще одна. Если вас собирать, то потом в меню откроются ролики, там, проясняющий сюжет, но это все лишнее. Какая-то турбина огромная. И она заработала. Только не падай на меня. Что-то у меня такие подозрения. Так, ну что, кто тут? Есть какое оружие, если что схватить? Да, вот трубу, если что, можно будет схватить. А он бежит. Один готов, 2 патрона осталось. Ух ты, блин, сколько вас. Еще один. Ой, блядь. Сука. Баб, боюсь почему-то. Ну, автобус, сука. Ох, я тебя сейчас пробью-то, балабешник. Ну, скотина. Ненавижу этих баб, они какие-то страшные, блин. Каждая похожа на Альму из Фира. Ну, а пока что аптечек завались. Обожрись, как говорится. Паровая труба. Давайте попробуем. А, лестница наверх к этим турбинам. Там еще наверняка что-то нехорошее нас ждет. Ох, опять здоровый. Блин, да их тут двое. А, как бы в угол забиться какой-нибудь. Нет, лучше в угол не забиваться, потому что просто заломают. И что мне с вами делать? Тихо, тихо, тихо. О! Давай, 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 ломай его. Получи. Ну чё, где второй? Они не такие страшные, кстати. Блин, тут все засвечено так, конечно.
аж глаза слепит. Ага, вон ты бегаешь. Вас двое, судя по всему, кроме вас никого нету. Давай, выходи на свет. Будь мужиком, блядь. Чё, подействовал, что ли? Давай, 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 пошел. Да куда ж ты? Теперь туда побежал. У меня больше боится, чем я его. Смотри, лопатой. Иди сюда, сынок. Ой, он с кувалдой. Ни хрена так он не снял. Давайте еще током. Давай-ка я возьму твою кувалду. О! О! Ты что творишь-то, блин, у меня жизни не осталось. Фу, блин. Это называется понты, к чему привели. Давайте назад сходим, там где-то аптечки были. Чуть не убил меня.